Игорь Михайлович, приближается единый день голосования. Понимаем, что несколько этапов избирательной кампании. Сегодня вы подали документы на регистрацию. Насколько важен сегодняшний этап? Вы знаете, сегодня очень ответственный этап. Мы сегодня сдали документы, в том числе и подписи, которые в нашу поддержку были подписаны нашими муниципальными депутатами. И это очень важно, потому что в предыдущее время наша совместная работа показала объединение усилий всех партий на благо развития нашего региона. И сегодня, когда мы сдавали подписи, подтверждение этой совместной работы. И очень важно, что все наши политические парламентские партии, которые вот, есть у нас в Российской Федерации, привили единодушие и консолидацию. И второй, наверное, очень важный момент. Мы сегодня сдали список кандидатов в сенаторы Российской Федерации. Это, наверное, тоже очень ответственный момент. Это три человека. Действующий сенатор Андрей Николаевич Епишин. Это человек, который избирался в нашей Тверской области. Это руководитель ЗАГС Собрания, который работал в регионе. Второй кандидат – это Людмила Николаевна Скаковская, ректор Тверского государственного университета. Это человек очень известный, человек, который пользуется репутацией, поддержкой, в том числе и молодежи. И Сергей Юрьевич Журавлев, глава Сталинского района, человек, который занимается практической работой, человек, который много сделал для развития и Тверской области, и развития нашей ассоциации муниципальных образований, развития Сталинского района. Это люди практики, которые имеют представление, что такое работа, что такое ответственность, что такое личная репутация. Ну, действительно, как вы сказали, муниципальный фильтр, все представители всех парламентские фракции оставили свои подписи. Как удалось добиться такого единодушия? В чем секрет работы? Я думаю, что это полное совпадение наших целей и задач по развитию нашего региона. Это работа над предстоящей стратегией развития региона на ближайшую пятилетку. Это объединение усилий в части нашей системы ценностей. Это прежде всего люди, это демография, это развитие экономическое, развитие инфраструктуры нашего региона. Ну и, конечно, это сохранение наших традиций, потому что мы все прекрасно понимаем, что Тверская область – это сердце центральной России, и мы все едины в том, что наша задача – развиваться и быть регионом, который должен находиться на достойном, высоком уровне в Центральном федеральном округе. Игорь Михайлович, вы сейчас выбираете статус губернатора, также сейчас в Совете Федерации, членом Совета Федерации есть три кандидатуры. Расскажите о них. Можно ли считать, что это часть вашей команды? Это и есть представители, яркие представители нашей команды. Андрей Николаевич Епишин, сенатор, который сегодня работает, активно принимает участие в разработке законопроектов федеральных, учитывая интересы нашего региона. Это, конечно же, ежегодное формирование бюджета Российской Федерации, когда в том числе наши крупные проекты в них учитываются. Это самые разнообразные проекты в направлениях дорожного хозяйства, в направлениях социальных учреждений. Это стройки, школы, детские сады, все то, что сегодня нам необходимо, и без поддержки федерального центра нам было бы сложно реализовывать наши задачи. Людмила Николаевна Скаковская – это человек, который сегодня готовит поколение новых специалистов в экономике Российской Федерации. Это человек, который обладает колоссальным объемом знаний, опыта, который является действительно не просто руководителем университета, а человек, который имеет очень серьезную репутацию в студенческой среде. Как мы знаем, что студенческая среда, она очень транспарентна, там невозможно добиться авторитета, если ты что-то не знаешь или что-то не умеешь. Сергей Юрьевич Воробьев, руководитель муниципалитета, который сегодня один из лучших реализует программу развития муниципального образования, участвует в программе газификации, дорожного строительства, развития туризма, программ поддержки местных инициатив, обустройства комфортной городской среды, строительство и реновация школ, детских садов. Это один из, наверное, успешных руководителей муниципалитетов Тверской области. Я думаю, что и коллеги его за это заслуженно уважают. И я думаю, что Сергей Юрьевич может поделиться и опытом управления, и опытом развития муниципалитетов, и на достойном уровне представлять Тверскую область в самых разных сферах, и в том числе и в Совете Федерации. Что касается меня, мы продолжаем работу. Работы у нас не меньше. Нам надо завершить программу дорожных работ, благоустройства дорог.
дворов, программу строек у нас. Только в этом году порядка 5 детских садов должно быть завершено и должно начать функционировать. Это строительство фельдшерско-акушерских пунктов, это работа по созданию новых рабочих мест. Вы знаете, что мы получили 2 новых резидентов в технопарке Буравлёва. У нас инвестсоглашение заключено с компанией, которая сейчас там приходит в регион. Поэтому наша задача не снижать темп экономического развития, потому что экономическое развитие – это новые рабочие места, это возможность населению работать, это возможность повышать заработную плату в регионе, это возможность развивать активно нашу региональную экономику. Потому что сегодня очень конкурентная среда, вы знаете, и в Российской Федерации. Поэтому тут останавливаться просто невозможно.